Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Call of Duty World War. И сегодня у нас операция «Взрывай и выжигай». Провести штурм японских позиций у гор Вана. Сложность ветеран. Поехали. Окинава. Доложите обстановку. Несколько жутких месяцев на Окинаве сделали свое дело. Дух солдат упал. Во всем виноват и дождь, сэр. Танки постоянно застревают. Припасов недостаточно. Мы не можем даже эвакуировать раненых. Так точно, сэр. Вас понял. Я сообщу ребятам. Вот так вот. И нам нужно сейчас взять и провести штурм этого места. Мы выдвигаемся. Что происходит? Майор Гордон приказал начать еще одну атаку на укрепление за хребтом. Как насчет снабжения? Все будет. Все ага. Будет, но потом. Просто залезь на эту гору, Полонский. Да, просто залезь на эту гору. Спасибо. Вот на эту гору, наверное. Так, взрывчатку. У нас там хорошо укрепленный пулеметный дот. Рассредоточиться. Так, ну я вас понял. Ну блин, давайте штурмовать вашу позицию. Вашу высоту давайте штурмовать. Ну. Я. Ё, ни хрена себе. Так, вроде всех отстрелял. Видишь, ты ничего себе подняли, тут раз быстро расстреляли. Как они узнали-то, что мы это? Они идут прямо на нас! Все, не идут. Вот так. Так, ты огнемет не поменяй. Они направляются сюда! Сейчас постреляем. Огневое прикрытие! Перезаряжаю! Так, возвращаем обратно и спрячемся. Ой, да блин. Начинается. Теперь мне в эту сторону. Блин, когда вы уже отвыкнете от этого? С самого начала начинают. Так, ну ладно. Сейчас всех постреляем. Так, вроде нет, еще ползу. Нормуль. Еще выброси. Так, тихо. Достали уже, как у меня этой херней. Пока перезаряди. Алло, блядь. Так, тихо, еще здесь теперь полежу. Перезарядка! Ложись, твою мать, граната! Да ё, вы достали, вы почему постоянно в мою сторону кидаете?
приближаются! Так, вроде всех сняли. Нужен автомат. О, а вот он. Вот он. Меняй. Попадание! Вперед! Так, вроде чисто, 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 чисто. Это я себе. Будет сделано! Ишь ты. Побежали они тут. Так, там никого нету, да? Так, ну блин. Так, снял. Ох, там как много народу сейчас бежит, а? Да, вижу, что приближается. Вроде более-менее отстреливаю. Так, сняли. Этих ублюдков я к тебе не подпущу. Перезаряжаю. Так, ну блин, приближаемся. Черт, пулемет накрывает весь район. Миллер, давай дым! Дым нужен, да? Это, блин, на ку вроде. Японский пулеметчик! Это свои, блин, свои. Тихо. Так, вроде вот такая эта кнопка. Прикрываю! Пошли! Теперь они нас не видят! Зачистить тут! А в меня стреляют все равно! Перезарядка! Я этих убийцев поставлю! Наступает! Все, жлегли. И так нас постреляли. Йо, а чё вы помочь не могли, что ли? Все, сняли. Ой! Чё бы ко мне это оружие не сумел, а? И там перезарядка, и там перезарядка. Перезаряди. Откуда? В смысле, откуда? Тихо. Так, дай мне лучше вот это вот. Ну, пошли. Это что еще такое было? Йо, тут не так уж легко. Будет сделано! Брось ее обратно! Они приближаются! Так, окей. Вернулись. Так, вот где-то здесь кто-то отпустил. Я знаю, они рядом! Надо унести его отсюда! Держись рядом со мной! Снял. Ты этого уже не заметил. Стреляет своими японскими мощниками.
Так, ну ладно. Все, обоих пострелял. У нас три бункера ведут огонь. Миллер, обойди их с фланга и зачисти. Они направляются сюда. Да блин, сюда вот. Тихо, тихо, не надо. Да понял, сейчас будет. Нам нужно еще с помощью взрывчатки тут забрать. Так, ну блин, это обойти нужно. Сейчас подожди, брошу. Правая кнопка мыши, чтобы бросить, то есть вот. Неправильно. Все, вот так надо было. Я что-то тупанул чуть-чуть. А где мне? Извини, мужик, я зря ты туда побежал. Они приближаются. Это свой был. Беги, молодец, ушли. Нахрен эту чушь с гранатами. Чё там, чё случилось? Сняли. А патронов-то вообще почти на него нету. Они вон там! Они направляются сюда! Укрытие! Да, понятно. Бежал. Ты видишь, какая херня тут? Ты это так не так просто подойдешь. Да не тут нету кнопку. Все, взорвали. Свой. Так, дай мне пулеметик. Понял, идем. Тихо. Это свой. А где это стреляет? Так, минус. Иди вперед! Спокойно, я тебя прикрою! Так, ну блин, пока все идет где-то хорошо. Не так все это. Не так все сложно где-то. Без проблем! Так, здесь у нас ничего нету, да? Нам наверх нужно туда вот.
Так, вроде чисто. Так, нет, это свой, это свой. Ох, ни хрена себе, меня черт нашел. Так, где тут эта взрывчатка? Алло, в смысле? Все, наконец взорвали. Перезаряди, пошли дальше. А, мы тут всех, вообще всех взорвали. Одним этим взрывом. Так, нам куда сейчас? Там сюда, вот, вот, вот сюда примерно. Не? Да-да, вот, вот сюда примерно. Сейчас туда пойдем. Ну, блин, пока все идет хорошо. Мы не умираем, мы проходим помаленечку. Идем дальше. Да, все, идем, идем. Хорошо. Наши танки выдвигаются. Конвой должен быть недалеко позади. За целями, в атаку! Блин, продолжаем движение. Найти под бунт. Это что еще было? Иди вперед, я прикрою! Это наша цель. Это, черт побери, крепость! Ройбу! Мы можем обойти их с фланга. Тропы на той стороне. А с какой стороны? Вот здесь, что ли? Ага, все, увидел, увидел. Это свой был, это был свой. Извини, пожалуйста. Ай. Нашел. Нашел. Не нашел их. Так, дай мне вот это вот, там патронов мало. Сразу пошли вот здесь. Не выходите вот так вот. Вы, блин, вы выходите прямо на меня вот. Прям вот на меня выходите. Влекли. Прям на меня бежите. Не в бок, не вправо, не влево, а вот прямо вот на меня вот. Ну так нельзя делать. Вы мне прям очень хорошая цель тут. Алло, а смысл? Че ты не убился? Это вроде в тебя я стрелял. Вперед, это как такое? Алло, а че за подвисло? 14 FPS. А, отвисло. Так, мы там всех убрали. Не, бегут, бегут еще. Чаще уберем ваш пулемет. Да, блин, сколько там бежит-то? Чего там за логово такое? Чего уж так много-то там? Так, ну блин, помаленечку проходим. Иди
Так, спрятались. Снайперы на деревья! Вижу их! Ты знаешь, что делать! Сними! Понял, вижу. Так, а мы его сняли? Ну блин, ну да. Ну да, блин, все уже не падает. Не стреляет, не стреляет. Так, давай вот сейчас вот с этим. Так. Так, где-то еще. Тихо. Это свой. Еще одного сняли. Так, ну все, нам нашли вход. Сержант, впереди туннель! Хорошая работа, ребята! Как нормуль, проходим. После этого мы пойдем как по улице. Вылезла тут я. Вылезла тут камикадзе. Ой, пробежались. Выбежали-то, раз, два, три, и все, нету меня. Так, ну блин, прячемся вот здесь вот. Они приближаются! Не надо прячься. Ай, ай. Нормально. Так, тут у нас ничего. Патроны. Так, они это просто это не то, не то, не то. Хотя, блин, перезаряди лучше вот это вот. И с пулеметиком пойдем. Йоу, убегаем, гранаты тут кругом. Они приближаются! Укрытие! Будешь знать, как гранаты кидать ей. Да давай, залезайте уже там быстрей. Пулемет там должен вообще все там разносить. Он там все должен разносить. Через все щели, через все доски должен проходить. Я хочу, чтобы в этом районе было безопасно. Так, окей, нам наверх. Тихо, попускаемся. Вот и все. Да, поднимусь. Приближаются! Еще хочешь?
Так, окей. Это и есть те самые пулеметные гнезда были, да? Которые в нас стреляли. Вижу, не слепой. Тихо. Не пропустите позиции минометов над нами. Че, убили, убили, не убили? Сейчас подойдем по кругу, короче. Они идут прямо на нас. Так, этого убрали. Перезаряди пока. Йо, здравствуйте, чё тут такой этот незаметный был? Так, здесь чисто. Перезаряди, пошли на еще выше. Понял. Так, немножечко вот так вот. Ее достали как, а? Великолепно, морпехи! Просто, черт побери, шикарно! А теперь давайте выберемся из этой... Когда вы успели? И окажем помощь нашим раненым! А, вы через эти вот развалины тут зашли. Миллер! Куда? Держись, пацан, мы тебя отсюда вытащим. Помогите мне положить его в грузовик. Мы выдвигаемся. Раз, два, три. Ты уходишь? Прорвитесь и займите замок Сюри. У нас скоро патроны кончатся. Снабжение подгонят по воздуху завтра утром. И как, черт побери, мы тут до завтра продержимся? Дерьмо собачье. Ты это слышал, сержант? Мы ни гранаты не получим замок до завтрашнего пуст. Утра. Основные силы оттянулись на северный хребет. Мыслите позитивно. После этого вас парни наверняка дебильнут. И вы сядете на проходе домой. Так мы и думали после Пелелю. Ну ладно. Все, давайте вот на этом и закончим сегодня. Миссия не надо всего. Эта миссия на данный момент прошла легче, чем другие. Нас особо гранатами не кидались, все шло хорошо, мы более-менее их расстреливали, все, короче говоря, все шло хорошо. И на этом давайте мы эту серию завершим. Я следующую серию прям, наверное, прямо сейчас и запишу. Мы также продолжим воевать против япошек. И, как я понимаю, мы как... Ну... Короче говоря, прямо сейчас и продолжу. Все. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.